В общем, если честно, надежнее всего все-таки на беговых лыжах. Сегодня к всероссийской лыжне в рамках акции «Добрая суббота» по всей стране присоединились сотни школьников и их родителей. В Волгоградской области, в городе Камышин, школьница Анфиса Лещенко, которая и придумала провести такую спортивную субботу в знак поддержки движения волонтеров. В Подмосковье Вильяминово сегодня на лыжне от мала до велика. На старт выходят целыми семьями. В Саратове, где снега не так много, участники бодрой и доброй субботы устроили пробежку в городском парке. Ну а в Сочи перед забегом разминку для всех провела олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева.